Ну, теперь поговорим на тему ваших комментариев. Видосик очищения кишечника, разъяснения. Елена Яковлева пишет: давно читала ваши книги, читала отзывы, что клизма из урины, женщина очистилась, и кишечник у нее вышло медузообразное существо. Да сколько угодно, медузообразных, каких угодно там выйдет. Некоторые писали, какие-то даже крокодильчики выходили. Мы даже не подозреваем, что живет у нас внутрях. Выходят полипы, ну и прочее. Я, например, лично у себя, когда я голодал и использовал клизмы из там, и урины, и такие, выходило огромное количество какого-то, знаете, каких-то водорослей. Сослан Сланова пишет: всегда жду новые ролики, старые переосмыслю, огромное вам спасибо. И правильно вы поступаете, старые переосмысливаете. Огромное количество информации я выдал, и она там лежит себе, и лежит, и что-то там нового ждут. А нового ждут на те же, грубо говоря, вот эта школа ЗОЖ, нет стула, стула нет, а что делать? Смотрю рекламу, там применяют различные там слабительные, мол, и такие, сякие, пятые, десятые. И все это противоестественно, против природы. Человек не понимает, как это надо наладить. А это налаживается довольно-таки просто. Обязательно движение должно быть. Обязательно питание должно быть соответствующее. Обязательно умственный настрой должен быть положительный, чтобы никаких там спазмов не было. И все начинает работать. А если это все не понимать, вот так вот, ага, там что-то там ставили, какую-то микроклизмочку сделали, еще чего-то, то все это заводит в такой тупик, из которого неофициальная медицина не знает, как выйти. Неестественно человек, который все это использует. То есть это медленно, плавно переходит в такой, будем говорить, темный лес, из которого практически никто не выбирается. Вот я Сержу тут вот сказал, стула нет. Сколько я ему там советовал для того, чтобы наладить стул, объяснял. Пошли дальше. Так. Вот совпадение, меня тоже Сержу зовут, тоже люблю полакомиться едой, так как худощавый, типа, кость тонкая. То есть это говорит о том, что человек в ветреной конституции, и люди с ветреной конституцией просто для того, чтобы у них вес не задерживается. Вот они съели много. Ну, как вот Гурченко Людмила, она там ела все, грубо говоря, и пельмени, и вареники там, и все-все. И у нее как была фигурка, так и оставалась. То есть это особенность индивидуальной конституции, когда выражен жизненный принцип ветра. Они вот такие вот остаются, стройненько, кость тонкая и так далее. Сколько бы там ни съели. Так. Но у меня по-другому получилось в жизни. Лечился сам от всяких болячек. Прочитал почти все ваши книги. Ничего не получалось. Или наполовину получилось. Здесь очень важно учитывать особенности индивидуальной конституции. Этому я посвятил целую книгу. Что, допустим, ага, вот жизненным принципом, который выражен у человека ветра, то есть у него повышенная сухость и холод. Ему, значит, надо более масляную пищу есть, ему надо горячую пищу есть для этого, чтобы уравновесил, и он чувствует себя хорошо. Так. Через годы все надоело. Естественно, если вы неправильно что-то делаете, то не видя результатов, это вам надоедает. Вы должны видеть конкретный результат. Если он есть, это вас действительно стимулирует, подвигает к продолжению занятий. Вот я занимаюсь, допустим, той изодинамической гимнастикой, я чувствую, что у меня энергетика возрастает. И это выражается в тех или иных вещах и так далее. Что я, допустим, ага, хожу, это тоже положительно влияет. И я продолжаю заниматься, искать. А так бы, так 3 года я уже, не просто, знаете, попробовал и забросил. 3 года очень плотных занятий. Так. И вот однажды он зашел в поликлинику, поясница болела. А как правило, поясница как раз болит у этих людей.
из-за сухости высыхает ампула прямой кишки, стягиваются ткани ближлежащие, они что же высыхают, зажимается поясница, вот она спрессуется, и начинают возникать вот эти вот разного рода такие неприятные боли. Мне знакомо это все, это так, неприятные боли, но которые можно легко убрать. Ну вот, ладно, поясница заболела, а там врач крепкий, мне так и сяк с моим телом похрустел. Вышел другим человеком, радость пришла, оптимизм. Хочу сказать, вот я познакомился с одним костоправом, специалистом, который в Германии обучался, Вот. Следующим образом, я ехал на такси, вот так что-то там сидел, это было давно, и таксист говорит, что там? Я говорю, да, вот, вот со спиной, то все. Он говорит, у меня спина болела, и я вам дам вот телефончик врача, пойдете, я сделал, и все. То есть бывает, что действительно произошло какое-то смещение, и это привело к тому, что образовался спазм, и этот спазм никак не может расслабиться, и, грубо говоря, у человека там месяц это все продолжается, а если а у некоторых и годы, и не может это произойти. И если вот этот, грубо говоря, спазм, который перекосил там, сдвинул один позвонок относительно другого, и начались боли, вернуть на место, то все это может пройти, как прошло у этого таксиста. Я, естественно, к этому врачу пришел. Вот, он, значит, мы познакомились, то все. У него, значит, там где-то литровая банка, он особо не показывал так это. Здесь, значит, эту спинку смазал маслицем там оливковым, и только раз эту банку так на область поясницы. И за счет этого, значит, позвонки в пояснице, они вот так вот выглядят в пояснице, они уходят сюда внутрь, и их очень трудно вытащить. И вот эта банка за счет вакуума вытянула, поставила на место. Поставила на место, да, мне все это полегчало, все это хорошо, все это отлично. И, нормально, хороший врач и так далее. И знаете, есть просто берут вот так вот за кожу и так вот поддергивают за кожу на спине. Позвонки эти щелкают как бы на место там, вроде как становится. Тоже помогает. Но где-то месяца через полтора опять это же все привело к тому, что вот это, грубо говоря, в пояснице позвонки там съехали. То есть это разные вещи. Оказывается, их надо еще укреплять. У кого-то, он говорит, вот раз сделали и помогло, есть такое. А у кого-то вот такой, как, допустим, я. Я к нему сходил раз до три, если не четыре. Отнес, естественно, бабусики и так далее. Там. Да, помогало, выхожу. Буквально уже на следующий день все опять слетело. Вот так-то. Бывает такое. И тут тогда что-то другое надо искать. Вот как я для себя, допустим, нашел вот то, что все мною занимается. Я рассказывал, с суставами было очень плохо, с поясницей и так далее, там, с плечами. Но теперь вот. Потом все прошло, пошло по маслу. Ну, как он пишет, так и пишет. Документы сделал, сейчас живу в Германии. Ну, видите, оптимист, пошло, все нормально. Ну, главное убрать вот, я говорю, бывает такая вещь, как, знаете, вот, произошло какое-то событие, и оно как бы застопорило в организме какие-то там функции. Вот его убрать, и все нормально. А у других это не получается. Ну, рад за вас, что я ей написал. Ирина Алтухова пишет, это насчет Серджо, да? Правильно, было бы меньше денег, не изощрялись бы в еде, а грыз бы корочку хлеба, и мозги бы работали в другом направлении. Иногда бывает так, что вот, знаете, вот важно действительно денег иметь достаточно для жизни. Если их становится избыток,
то вот начинается соответствующий, как бы сказать, то есть с ними надо уметь управляться. То есть у людей начинается, что они могут себе что-то позволить и то, то есть все те скрытые желания, которые, на которые, осуществление которых требовало денег, они начинают осуществляться, которые, ну будем так говорить, несовместимы со здоровьем. Ну и люди начинают, грубо говоря, вот это вот переедать там, это одно, так сказать, из этих. Далее наркотики там и прочее, прочее, прочее. И если посмотреть, ну раньше, знаете, как-то на этих самых, смотрели на западных этих всех людей, особенно которые имели денежки, это, как правило, там звезды шоу-бизнеса, там актеры, там певцы, там так далее, там подобное. Ну, они буквально такие, практически большинство из них сидело на наркотиках. Они принимали таблетки для того, чтобы проснуться. Они принимали таблетки для того, чтобы у них кишечник сработал. Они принимали таблетки для того, чтобы лучше переварил кишечник. Они принимали таблетки для того, чтобы успокоиться, для того, чтобы заснуть и так далее, чтобы голова не болела, чтобы там это... Ну, короче, кучу, понимаете, все это использовали, при этом не понимая, что все это надо выводить из организма, что все это так или иначе сказывается на вас. Ну, и так далее. А то есть к деньгам нужна еще голова для того, чтобы их правильно использовать. И тогда будет нормально. А в противном случае вот этот вот... картина чревоблудия. Эту картину я увидел, знаете, где? В Афоне. На Афоне заехали в один из монастырей, и она там уже старая, такая уже, краски там не такие, как здесь. Здесь она, видать, реставрирована, ну, первоначально, будем говорить. И тут все можно просмотреть, а там так, поскольку, постоку. И вот как раз вот это вот грех чревоблудия просто-напросто порабощает человека. И, естественно, как это заставляет его работать на себя, вот эта вот змеюка. И в конце концов забирает его душу. Она становится рабом. Вот этого чревоблудия. Ну и все. Это выжить любой ценой. Голод урина. Пишет, я тоже считаю, что голод лечит. Ну, как бы сказать, лечебный эффект голодания выражается в том, что он просто-напросто, знаете, вот, как перезагрузка компьютера, он выравнивает все функции организма. Начинает с простых и пошел. Чем длительнее голод, тем, значит, больше он там все это нормализует. А за счет этого все это исчезает. У меня ишемия мозга. Ишемия мозга, насколько я понимаю, ишемия мозга – это плохое кровоснабжение, ишемия. Так, ишемия мозга. Ишемия мозга, что это такое? Ишемия головного мозга обусловлена прогрессирующим ухудшением кровоснабжения тканей головного мозга. Вот. Так мы сразу по-научному, не просто так, да? Ну все. То есть, какие-то образ жизни привел к тому, что что-то почему-то с сосудами головного мозга начало такое твориться. Значит, 3 раза на скорую возили. И в больнице лежала. Ну, лежала, естественно. Обращалась и к платным, и бесплатным врачам. Сколько денег потратила? Жертвуйте на развитие канала, так сказать. Прошла долгий курс лечения. Ну, и что курс лечения? Понимаете, опять-таки, курс лечения... Но вас пытается вот эти сосуды расширить или еще что-то там сделать. А образ жизни привел к тому, что все это сужается. Я знаю людей, которые, знаете, имеют привычки, ну, допустим, пить кофе. Вот у них привычка, значит,
заварить себе кофе там по-турецки или еще. И это каждый день как ритуал. Каждый день, каждый день, каждый день. При этом не понимаю, а как работает кофе? Ну, помимо того, что оно может, да, за счет кофеина взбодрить, но оно же обладает и этим самым вяжущим действием. А вяжущее действие сказывается на то, что оно начинает сушить стенки кровеносных сосудов, делая их черствыми. И в результате вот такие вот вещи возникают. Ну, это как пример вам привожу. И что долгий курс лечения вот это вот, они там пытаются это что там сделать. А голова как кружилась, так и кружится, как только перестала делать внутривенное. То есть, видите, внутривенное оттуда. А вы так образ жизни постройте свой. Допустим, регулярные прогулочки на свежем воздухе, чтобы вы занимались дыханием, допустим, по Стрельниковой, которая способствует тому, что вот прекрасно действует на сосуды. И глядишь, это все у вас уйдет. Ну, плюс питание, чтобы это питание вас очищало. Талую водичку пьете, которая промывает сосудики. И глядишь, все будет в отличном состоянии. А не то, что вас лечат и внутривенное там колят и все это такое. Знаете, как это самое? Встряхнем его. Надо же не встряхнуть, а надо, чтобы страдалец, то бишь пациент, чтобы он ожил и пошел, а не то, что встряхнули, он встал, глаза открыл, пока внутривенное делается, потом закончили, только бах, опять упал. Значит, потом доктор уже прописала статины, ничего не объясняя, естественно. А что такое статины? Давайте мы это узнаем. Я не знаю, что такое статины. Что это такое статины? Что это? Лекарственные препараты. Один из самых распространенных препаратов. Что такое так? Используемых для снижения уровня холестерина. О, принимать статины с момента назначения требуется пожизненно, не прерывая курс. То есть понизить холестерин. Ну, вот опять-таки, смотрите, вот, ну, ничего не делайте, мол, вот ничего не делайте. Вот за вас сделают вот эти статины, еще там что-то, еще там что-то. Но это же легко регулируется, в конце концов, образом жизни, питанием. Ну, можно так сделать или нельзя так сделать. Удивительно, удивительно, удивительно. Вот так и все. Так, прочитал о них в интернете. Ну, это хорошо, ведь интернет. Плюнула на все и начала сама искать лечение. Пиявки, голод. А что делают пиявки? Вот пиявки, они способствуют разжижению крови. Опять-таки, а мы же это все можем с помощью питания разжижить нашу кровь, с помощью движения. Красные кровяные тельца должны быть заряжены. Если мы с вами сидим, вот как я сижу, естественно, заряд общего организма снижается. Особенно, если у нас и какая-нибудь одежда такая синтетическая. И все, естественно, кровь особо не проталкивается. Вот. А тут, видите, пиявки надо применять. Ну, можно пиявки применять. Ну что, опять-таки с пиявками постоянно сидеть. Голод. Голодала, правда, не по Малахову. Ну, хорошо. Значит, я насчет вот, по-моему, голодаете, или там еще по какому-то голодаете. Я вам всегда говорю, особо ничего моего нет. Я просто-напросто опираюсь на те или иные физиологические механизмы, которые надо задействовать для того, чтобы получить желаемый эффект. И эти все механизмы, и вот этот голод изучены хорошо, изучен рядом там авторов, врачей, ученых, там, Пашутиным, ну, пускай там Сувориным, пускай, значит, будет Николаев и ряд других, которые именно занимались голоданием, а не просто так, знаете, что-то говорили. И это даст, естественно, свои результаты. То есть голод, в первую очередь, нормализует наш организм.
его функции, приводит в порядок так, как они должны быть. Естественно, вот это все заболевания, недомогания, они просто исчезают сами собой. То есть вот и все лечение, так сказать. Значит, почитала, настроилась хорошо, но молилась, прося у Всевышнего помощи, и поголодала на воде 7 дней. Поворошила он. Ну, давайте, что там рекомендует Ворошилов? Вот смотрите, я набираю, я так слышал, Клим Ворошилов, голодание, Поворошилов, вот так, методика. Ага, вот что он пишет. Ну, Ворошилов Александр Павлович, украинский врач-диетолог высшей категории, руководитель программы «Здоровье и вес», ну, там, где он там принимает, родился так, в Одесском, запатентовал способ лечения больных ожирением и избыточной массой тела методом Ворошилова-Долгого, в основе которого лежит методика прерывистого голодания. Ну вот смотрите, я так сразу хочу сказать, в основе которого, я только что на эту тему договорил в предыдущем видосе, вы прошли, значит, циклическое прерывистое голодание по Ворошилову, прошли этот курс, сбросили вес, и далее, вы, то есть вы получили необходимый результат, все нормально. И далее. Вот все начинается и далее. И далее, если вы будете придерживаться чего-то, каких-то рекомендаций, о которых хотя бы я говорил ранее, то результат закрепится и все нормально. А если не будете, то надо будет опять вот эти вот курсы проходить. Как вот это, знаете, вот это вот внутривенное вам капает, расширяет, так точно эти курсы. Вы постарайтесь использовать свою голову для того, чтобы не капать, не курсы проходить, а просто жить и наслаждаться жизнью. О, вот это вот высшая вещь. Одни считают эту методику уникальной, вторые слишком обобщенной и скопированной с других методик. Ну, кто, если кто-то знает. То есть голодание – это ничья-то методика. Это было там до нас. И. Третье – научно необоснованное. Ага, научно необоснованное – те люди, которые не понимают физиологический механизм голода, это для них необоснованное. Либо они их поднимают как-то однобоко. Так. А отличительные особенности невоздержания от еды Ворошилов называют пищевыми паузами, в зависимости от индивидуальных особенностей организма, так, веса, роста, наличия хронических заболеваний, пищевая пауза может длиться от 3 дней до нескольких недель. Значит, их нужно повторять регулярно циклами, то есть это уже самодисциплина. Кто ей обладает? Вы ей обладаете? В качестве подготовки проводится разгрузочный день с очисткой кишечника и печени. Не запрещается пить воду, принимать водные процедуры. В качестве послабления разрешается пить отвар шиповника. Ну, это вот, смотрите, если просто-напросто для сброса веса, там можно и отвар шиповника, и все что угодно, как там вот говорят, это я голодаю там на каких-то соках, на каких-то отварах, на каких-то супах и так далее. Это одно. Но чтобы запустить те механизмы, которые запускают вот отказ, полный отказ от голодания, это совсем другое. Так. Ежедневно нужно делать клизмы, пить содовый раствор. Ну, не знаю. Клизмы – это одно, содовый раствор – это совершенно другое. Так, ладно. Рекомендуемые специальные упражнения для более тщательной очистки организма. Ну, упражнения… Так, как утверждает сам Ворошилов, его методика не нарушает привычного образа жизни, можно, как и прежде, активно заниматься спортом, ходить на работу. Ха-ха-ха. Позвольте, я-то голодал, понимаете, я-то знаю, смотрите. Пищевая пауза, значит, в зависимости от этого, дни воздержания от еды, то есть, когда вы не едите ничего. И следующее.
И пищевая пауза может длиться от 3 дней до нескольких недель. Хо-хо-хо-хо-хо. Я бы не сказал, что если вы будете даже 3 дня голодать, можно активно заниматься спортом и ходить на работу. Это уже будет большой напряг на организм. Особенно, знаете, если человек не подготовлен к голоду, а начинает что такое, делать это первый раз, это для него большая нагрузка. Иначе Ворошилов рекомендует свою методику не столько для, как бы сказать, как лечебное голодание, сколько как один из способов избавиться от лишнего веса. Ну, избавитесь, да, я не возражаю, избавитесь. Циклическое голодание по Ворошилову предполагает активное применение пищевой соды как в клизмах, так и для приема внутрь. Результаты достижения конечной цели в более короткие сроки. Вот мы все хотим в более короткие сроки. Чем в более короткие сроки мы это достигнем, тем в более короткие сроки мы это и потеряем, если у нас нет ни понимания, ни самодисциплины. Кроме шлакового токсина выводятся паразиты, даже плесень. Ну, это естественно будет, это от соды, это нормально. То есть, вот если вы хотите избавиться от молочницы там, и, допустим, от каких-то там грибницы, ну, хорошо. Кровь постоянно находится в разжиженном состоянии, что увеличит ее активность, а это повышает эффективность голодания. Ацидотические и гликемические кризы переносятся легче. Это сода, если. Сода я не пробовал, ничего не могу сказать. Так, 16-дневное содовое голодание по эффективности приравнивается к 30-40-дневному водному. Время выхода сокращается вдвое. Значит, вот это обычные рассуждения, и написано, и все это так далее. Как бы сказать, это все в среднем. Но опять-таки мы с вами индивидуальны. И все может быть. А и вот дальше интересно. Итак, по методу доктора Ворошилова основным является как раз 3-дневное пищевое окно, когда расчет идет на ацидотический кризис, гликемический наступает к концу 3-го дня. То есть смотрите, как быстро. Характеризуется резким скачком сахара в крови, появляются такие симптомы, как головная боль, жар, обильное потоотделение, слабость, сильная тахикардия, онемение или тремор конечностей, помутнение глазных склер, легкие, еле заметные серый налет на языке. Ну и что? И вот это ходить на работу, выполнять все свои функции, заниматься. Ну и у людей, короче, разная переносимость и чувствительность ко всем этим вещам, поэтому даже я не знаю. И вот как раз пишет, все ничего, но кишечник трудно запускать было. А пищеварение-то у нас тоже разное. Одно дело, вы в 20 лет у вас пищеварение, другое дело в 40 лет, третье в 60 лет, четвертое в 80 лет. Но справилась, запустила, это хорошо. Зато года 4 не употребляю ни одной таблетки от головокружения. С собой только тоска. Раньше чай даже боялась пить, а сейчас все, что хочу в меру, конечно, чай. А вот почему чай? Вот почему чай? Вы задаете себе вопросы. Вот почему чай? Вот знаете, такие вещи, которые вот так, знаете, проскальзывают мельком, как бы сказать. Но для человека это имело значение. А для нас, как бы сказать, ну какой-то там чай и так далее. Потому что чай обладает вяжущим вкусом, который делает сосудики. Человек выпил чайка, и сосудики только раз, и слегка у него и поджались. А если все это поджались, то только хоп, голова закружилась. Форштейн. Поэтому он и говорит, даже чай. Так, боялась далеко от дома уходить из-за головокружения. Естественно, пиявки вставила, суточное голодание. Иногда. Полгода совсем разленилась, уже чувствую, пора принимать радикальные меры. К невропатологу даже не думаю идти, сама справляюсь с Божьей помощью. И вот ключевые фразы. Полгода совсем разленилась. Вот как с
сбросом этой весом, и мы сбросили. Ну, потом ну, расслабились, еще что-то такое. Ну, это естественно. И это наблюдается практически у 95 людей из 100. Только где-то 5 из 100 могут себя контролировать, могут там держать, а остальные вот как-то расслабляются. И опять все возвращается. Вот о чем я вам и говорю. Ну и давайте заканчиваем, а то уже слишком долго идет видосик. Любовь Новикова пишет: Геннадий Петрович, это школа голодания, открытое письмо Сержу. Но ведь голод должен перекраивать личность. Ведь проведен такой долгосрочный голод, почему такая реакция у человека отрицательна? Позвольте. Что такое голод? Голод – это инструмент. Инструмент по нормализации физиологических функций. Да, он расслабляет. И за счет этого, как бы сказать, человек успокаивается, его психика и так далее, и так далее. Вот в этом очень хорошее. Но работы со вкусовыми вещами, с привычками, вот именно голод не ведет работы с привычками, с чертами характера и с прочими наклонностями. Он его не ведет. Это совершенно иная область работы над собой. Область понятийная. А не просто мы думаем, вот голодал и все. Сразу стал миллионером и, как говорится, как в коньке-горбуньке, красавчиком. Омолодился. Нет. Кстати, сразу мне вспоминается пример Будды. Будда с целью просветления голодал и неоднократно голодал там по 40 суток и так далее, там, вот сидя, дабы достичь просветления, дабы его достичь. И он чувствует, просветление не наступает, а вот от голода он может умереть. Это совершенно иная работа. Да, а голодание там может где-то способствовать, чтобы вы там отвлеклись от каких-то мирских дел, от мирских там мыслей, настроились на работу определенную. И только проделав эту работу, получите желаемое. А тут нету, ничего не проделано. Ничего не проделано, к сожалению. И поэтому опять непроработанные привычки опять ведут к тому же, что и было. Я очень много времени потратил на то, чтобы понять свое собственное сознание и изучить его. Я изучил его так, как никто другой. Ясно, понятно и просто. Где что расположено? Побуждение. Можете смотреть. Первое. Нас побуждают. Господь побуждает. И уже на этих побуждениях начинает, в зависимости от того, насколько они выражены, начинают формироваться черты характера, привычки, наклонности и прочее. Это самое основное. Об этом я практически нигде там не читал, чтобы вот так вот, знаете, ясно и понятно было сказано. И когда я это понял, что мною движет, уже, грубо говоря, стало намного легче, я как-то стал себя контролировать и вообще по-другому относиться к жизни. И, то есть, грубо говоря, не набрасываясь там на еду там, или еще там на что-то. Понимаю, что происходит в окружающем мире, и не реагирую, знаете, так беспомощно на все это. То есть это не порождает у меня какой-то там негатив. Ну ладно. Значит, для того, чтобы избавиться от привычек, наклонностей и черт характера, нужна специальная работа, специальная. Голод ее, увы, не делает. Да, он как-то так коснется слегонца там, но он не делает. И если вы чувствуете, что моя работа приносит пользу,
проявите свою благотворительность на развитие вот этого дела, которое помогает. Потому что о здоровом образе жизни, настоящем таком, каким он должен быть, без разного рода пилюлек и прочих, никто не говорит. Только здесь, на канале, об этом полноценно, во всем объеме и углубленно рассказывается. Проявляйте свою благотворительность, щедрость, какую вы можете сделать. С уважением и пожеланием доброго здоровья.